В дежурную часть отдела МВД России по Кавказскому району обратился местный житель с сообщением об угоне отечественного автомобиля. На место была направлена следственно-оперативная группа, которая нашла угнанный автомобиль в полукилометре от дома потерпевшего. Машина была полностью сожжена. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению двух молодых людей. Один из которых, 19-летний ранее судимый житель Кавказского района, был задержан сотрудниками полиции по месту проживания. Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается, он объявлен в розыск. В ходе проведения дальнейшей проверки полицейские установили причастность фигурантов как минимум к трем фактам – угона и поджога автомобилей. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон» и 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».